День добрый, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Скоромный. Это Golf Gym, а значит, что свежий выпуск «Телу время» уже в эфире. Многие жаловались, что давно не было тренировки рук. Дескать, достал ты уже своими приседаниями и спиной. Вот, поэтому я решил сегодня исправить. Сегодня тренировка рук, но не обычная тренировка рук. Я позвал в гости одного из самых титулованных армрестлеров в мире и в России – Дениса Цыпленкова. Привет, Денис. Здорово, Андрюха. Позвал я тебя не просто так. Хочу сегодня все-таки понять, в чем принципиальная разница, а в чем сходство между вашей тренировкой рук и нашей. Да? Потому что наша тренировка рук – это, прежде всего, накачка крови, и чтобы были объемные мышцы. А ваша тренировка рук – это сила и связка. Вот. Поэтому сегодня я твой подопечный полностью. Делаю все то, что ты скажешь. И, ну, это возможно. Ну, собственно, сейчас разминочный вес, да, ставим. И разминаемся как можно, ну, как хочешь. То есть без читинга, без ничего. Разминаем. Ну да, просто подготовить суставы для работы. В бодибилдинге задача делать микроразрывы мышц, потом делать их больше. У армрестлера задача делать микроразрывы связок. С чем это связано? Ну, подрывать связку, чтобы она была пока короче. Потом зарастает и становится сильнее. Так же самое, как и перелом кости. Если он зарастает, он становится сильнее. Но для того, чтобы надорвать конкретно связочку, нам нужно такие рывковые, читинговые движения. И, естественно, вес получается заведомо больше, нежели если делать чисто как бодибилдеры, да? То есть, ну, давай вешать еще по десяточке. Угу. Момента начинаем уже включать спинку, читинг, для того, чтобы меньше уставать и подкрасться к наибольшему весу. Амплитуда не очень важна, да? То есть... Да, тут главное закинуть. Главное закинуть. Медленно опустить можешь, но закинуть, используя еще что угодно, главное закинуть. Глядя на 60-сантиметровый бицепс Дениса, я понимаю, что это, скорее всего, его генетическая особенность и побочный эффект от его тренировок, потому что подавляющее большинство армрестлеров, они не такие большие. Я думаю, что если вы хотите такой же бицепс, как у Дениса Цыпленкова, вам все равно нужно не слепо копировать его тренировки, а прибегать к более стандартным бодибилдерским схемам накачки бицепса. Вот в последнем подходе я уже почувствовал, что бицепс у меня может тянуть, но кисти просто из кистей вываливаются. Штанга и кисти не держат напрочь. Вот. И это моя ахиллесовая пята, как оказалось.
Приветствую, я Денис Цыпленков. Сегодня мы с Андрюхой Скромным качаем руки. Если есть вопросы, жду. Опускаем кисти сверху. То есть это выглядит примерно вот так. И вот вы можете наблюдать, как 140-килограммовое тело Дениса Цыпленкова практически парит в воздухе. Примерно так вот. Ощущения после подхода вообще необычные. Минимум накачки в мышцах, но очень чувствую, как устали связки. Третье по счету упражнение из арсенала Дениса, совсем уж такое секретное, как по мне. Подъем. В качестве гантели у нас гриф, короче. Да, олимпийский. 20-килограммовый. Тем, что он длинный, получается, что мы очень сильно контролируем кистью, да? Да. В чем еще особенность? То есть он балансирует, наша задача сделать полностью движение и удержать, побороться с этим грифом, потому что тебя... При, скажем, таком нормальном рабочем весе будет уносить влево-вправо. Твоя задача вытянуть и при этом не дать, скажем, побороть тебя грифу. Пока я делаю медленно, чисто, он не сильно балансирует, мне проще. Когда вес будет больше, ну, мы увидим, что будет. Пока мне легко. То есть, в принципе, он туда-сюда ходит, но удержать я в силах. Он у меня довольно ровненько лежит, все замечательно. Ну, это у нас как разминка. Повело, но я держусь. Туда-сюда начинает балансировать, видишь? Да, да. Задача удержать. Несмотря на то, что внешне это упражнение выглядит как подъем на бицепс, наверное, 80 или 90 даже процентов нагрузки я ощутил именно на предплечье, потому что вся борьба идет там, в кисти. Ты борешься вправо, влево и стараешься удержать этот вес. Ну, собственно, Андрей, вот, допустим, многие спрашивают, как вот тренироваться вот, в фитнес-центре, не имея стола под рукой, там, соперника, опять же. Ну, ничего, вот пришел в фитнес-центр, вот одни тренажеры. Вот, значит, выход из ситуации. Да, блок. То есть обычная ручка. Вот. Ну, она необычная, скажем, односторонняя, да, там, рукоятка. Ну, можно обычную. Вот, собственно. Просто укрепляем углы, отрабатываем технику, да, локоть на подлокотнике. И работаем, отрабатываем, укрепляем углы, боремся там в крючок. Так же самое можно поближе подойти в трицепс. То есть имитируем борьбу. Под разными углами. Да, да, под разными углами. Ставим вес такой оптимальный, чтобы не в напрягах было. Ну, 8-10 раз и работаем на обычном блоке. А потом раз в неделю куда-то ездим за стол, боремся в другой клуб, чисто для армрестлинга. Сначала поставляем ладонь, да, имитирую стол.
закручиваем кисть сначала, да, и движение к груди. Ну и движение к плечу. Смотри, чуть-чуть спинкой к груди. Спинкой к груди, ага. Да. Не-не, нормально, хорошо. Нам главное, чтобы включался вот этот кусок. Самое травмоопасное место у новичков. Локоть надо, чтобы неподвижен, да, был? Ну, относительно, да. То есть, в принципе, ничего страшного, если он будет двигаться. Все-таки мы делаем это не за столом, поэтому ничего страшного. Нам главное самодвижение. Лучше чуть-чуть пальчики раскрыть, чтобы делать полное движение. Встали, рука полусогнутая, пальчики раскрыты. Заворачиваем пальчики, кисть, спина. Вот полностью движение. То есть при движении спиной мы уже начинаем... Подальше стоять. Да, вот. Вот движение. Пытаться все это делать одновременно. Раз, два, три. Шире. Спина, бицепс. И тут же движение пошло к груди. Заключительное упражнение на блоках. Я попросил Дениса показать сугубо потому, что мне было очень интересно, как же происходит вот эта тренировка под разными углами. Если ваша цель накачка больших бицепсов, то это упражнение для вас будет носить сугубо информативный характер, чтобы проследить, как и под какими разными углами ложится нагрузка на предплечье, на кистевой сустав, на локтевой сустав. Я ощутил себя настоящим дилетантом в школе армрестлера. Спина, рука. Спину максимум вытягивай. Во, да. Вот такая вот завязочка. Должна быть в любом клубе. Прям на верхней фаланге. Не вот так вот, а вот вот это. Берем, отходим. И работа вот. Локоть прижали к корпусу через верх. Да. Да. Движение бицепсом, а потом еще и кистью. В эту сторону. Добиваем. Пробиваем через пальцы соперника. Вот веревка должна проходить между вот этой фалангой. Я сейчас чувствую, насколько я, знаешь, окунулся в те времена, когда я первые разы приходил в зал, когда тело еще дрожит, знаешь, от нагрузки. Я вот почувствовал сейчас, насколько вот в этих углах, в тонких, да, казалось бы, беру я там и 300 килограмм. Не подготовлен, да? Да, но в этих именно углах я новичок. Ну, поэтому вот любителям армрестлинга не надо прям... Если далеко ездить или немногие пишут, то что нет у нас школы армрестлинга, нет стола в зале. В принципе, вот в будни пошли в школу, в институт, вернулись, пришли в обычный фитнес-центр. На выходные уж все-таки надо найти зал, если это далеко, ничего страшного, но бороться обязательно за столом надо. Денису приехать домой. Да. Даже ко мне. Денис, выходи, бороться будешь. Да. А вот, собственно, без стола, без ничего, лямочка, ручечка, блок и вперед. Укреплять можно, вот, мы показали упражнение конкретно в фитнес-центре. Поэтому не обязательно зал, чтобы был заточен под армрестлинг. Укрепляем в зале. Ну, единственное, раз в неделю находим и боремся за столом в каком-нибудь клубе для армрестлинга. Вот и закончилась наша совместная тренировка с Денисом Цыпленковым, а точнее персональный урок мне, как новичку в армспорте. Эта тренировка, она была принципиально другая, да, то есть за всю тренировку у меня мышцы не устали, то есть они вообще не забились. То есть памп отсутствовал напрочь. Совсем другая принципиальная работа.
мышцы и связки – это небо и земля. У меня вот до сих пор я сижу, и у меня такое вот приятное ощущение именно в связках. У меня очень устали связки. Это бывает, у меня иногда бывает, когда я подтягиваюсь тоже, да, то есть часть нагрузки ложится на связки, и они на следующий день так побаливают. Вот я сейчас чувствую, что завтра у меня будут болеть именно связки, а не мышцы. Тем, кто хочет большой бицепс, не стоит акцентировать, да, то есть на таких нагрузках, но это очень интересно. И иногда, я думаю, что раз там в полтора-два месяца хотя бы нужно включать, чтобы организм понял принципиально другую работу. Вот я на самом деле давно такого не испытывал, да, чтобы у меня дрожали мышцы в предплечьях, да, потому что я думал, что они у меня достаточно тренированные, но как сегодня оказалось, это не так. Вот такие вот мысли, я думаю, что вам тоже было интересно. По крайней мере, мне было интересно, и слава богу. Вот. А вы оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Следующая, кстати, тренировка, ну не следующая, а скоро будет тренировка рук, и уже такая качковская. И я покажу парочку новеньких методов, поэтому следите. Денис, пришло около 300 вопросов, и большинство из них это не вопросы, а пожелания удачи тебе и всяческие призывы «рви всех». Вот. Но я постараюсь выбрать из этого вопросы. Первый вопрос. Привет, Денис. Какие ближайшие планы на соревнования и вообще? Пока никуда не зовут. Собственно, будем звать, разговаривать, буду прописывать. Пока по соревнованиям никуда не настроен. Так, следующий вопрос. Кто, по твоему мнению, сейчас самый сильный рукоборец? Ой, понимаешь, сегодня я готов, завтра не готов. Я просто как бы назову лидеров, да. Это Дэйв Чаффи поборол Ларата. То есть он для меня стал лучше, чем Ларат. Потом Майкл Тодд. Ларат в том числе. Вот, собственно, Ларат, Майкл Тодд, Дэйв Чаффи, это американские, Пушкарь. Я там замыкаю десятку. Буду. Не, ну я как бы не могу себя. Я просто как бы, кого я считаю соперниками, скажем так. А лучшие, то есть, знаешь, я как бы никого их не ущемляю, то есть они все хороши. И непонятно, что будет завтра, там, на следующем турнире. То есть это те люди, которых я опасаюсь. Денис, со скольки лет пришел в спорт и чем раньше занимался? То есть временные промежутки. С 5 по 9 класс гири, с 9 по 11 армрестлинг. Потом такой, скажем, двухгодовалый, ну не то что застой, я Европу выиграл, опять же, еще в юниорах. Такой годовалый застой, потом силовой экстрим, 5 лет. И опять снова армрестлинг. В школе он был, скажем, на любительском уровне такой, не до конца техничный. То сейчас я могу утверждать то, что как бы с появлением тренера, считаю то, что действительно перешел в профессионалы, я перестроился, я думаю, я рассуждаю, анализирую. Ну вот, собственно, такой вот у меня послужной список. Что, по твоему мнению, помешало тебе выиграть прошедший турнир? Я его не проиграл, я считаю. Тут пути расходились в две стороны. Либо выигрывать турнир, либо выигрывать американца, да? Дэйва Чаффи, которого я на сегодняшний день считаю сильнейшим рукоборцем американским. Ты сделал свой приоритет. Не то, что сделал. Все ждали этого поединка. То есть было неоднократно от него письма, там, где он пишет то, что он хочет побороться, едет специально на меня. Опять же, на левую руку я выиграл, потому что фаворита было два. Я и Пушкарь. На правую было три фаворита. Ну, извините, но когда три фаворита в категории и кто-то с кем-то не состыковался, ну, на второго фаворита сил реально не хватит.
То есть так же самое, как и месяц назад Дэйв у Борзенко вот так вот выигрывал, ковыряя в носу. То сейчас он ему проиграл, потому что, опять же, загрузил здесь мы очень сильно. И поэтому я считаю, то, что в данном случае мне даже больше повезло, чем Пушкарю. Потому что Пушкарь так и не понял, какую форму он набрал, какую форму он привез на один, потому что у него соперников не было на данный момент. Ну, а мы с Дэйвом разобрались. У нас был, скажем, реванш. Скажите, какая была самая запоминающаяся победа в вашей карьере по армспорту? Ну, это, естественно, над Джоном Бузенком, когда я ему проиграл на одном Немирове, потом на втором на армфайт поехал, проиграл. Только после этого, когда я проиграл армфайт, мой друг Андрей Шарков подарил мне ручку, такую, которую я люблю до сих пор делать. Говорит, вот ее одну прибавляй, и у тебя получится бороться с Джоном. Я ее прибавил за полтора года, потому что мы только через полтора года, после армфайта, встретились с Джоном уже. Прибавил почти в два раза с того момента, как я начал ее делать. И непосредственно так оно и получилось. То есть у меня получилось выиграть. Это была победа, самая, наверное, важное, наверное, в жизни. То есть я тогда даже прыгал от счастья. Если сейчас смотрите, то у меня таких вот прям всплесков нету. А вот на тот момент прям вот внутри что-то запрыгало, и даже я не удержался. Этого вопроса мы частично с тобой уже коснулись сегодня на тренировке, но давай так, по полочкам, да? Как все-таки лечить связки? То, что касается питания, то я постоянно ем минералы, всегда. Такого нет, чтобы я отдыхал от них. Для профилактики ставлю даже уколы некоторые, алфлутоп, хондроитин. То есть тоже покупаю в аптеке в межсезонье, когда я отдыхаю. И для профилактики все это прокалываю. Насыщаю себя полезными веществами. Ну, а то, что касается непосредственно тренировок, то жгуты, еще раз жгуты. Опять же, сейчас на сегодняшний день появились разные нагрузки жгуты. Берем такой самый оптимальный для вас. Находим болевой порог, берем жгут, и вот прям находим вот эти болевые ощущения, прям мелкой резиночкой начинаем разгонять кровушку через боль. И вот вы постепенно будете чувствовать, как вам вот связочка разогревается, кровью наливается, и вам становится легче. То есть это вот просто сами возьмите, попробуйте. И вот таким вот способом постоянно, вот вплоть до того, пока не пройдет, мы лечим таким способом свои травмы. Но это то, что касается связок. То, что касается уже там суставов, там микротрещин, это уже совсем другая история. И здесь уже непосредственно нужно идти к доктору и консультироваться с ним. Денис, не хотите попробовать ли себя в бодибилдинге? Нет, не хочу. Понимаю, что не потяну я. Потому что эти диеты не для меня. Я ем все подряд, то, что касается обычной пищи. Все, позволяю себе все. В армрестлинге там правильно питаться, такого нету.
поэтому захотел – поел, захотел – не поел. Ну, я проходил и через ваше питание, поэтому как бы я и говорю, то, что бодибилдинг не для меня, я не смогу так питаться, потому что я неоднократно пробовал. Но в свое время в силовом экстриме массу набирал, питался по 5-6 раз в день, но ел, опять же, все подряд. Была ли когда-нибудь перетренированность рук и как с этим бороться? Происходит, наверное, на спаррингах, на спарринг-тренировках, когда задача выжать себя как лимон. То есть с чем это связано? С тем, то, что приходит, ну, допустим, 10 человек в зал, и мы друг с другом боремся. Задача убиться в хлам. То есть непосредственно непонятно кто там самый маленький, самый легкий, самый нетренированный. В конце концов, даже он может тебя побороть. То есть задача вот именно убить. Вот это я называю перетренированностью, и перед соревнованиями она у меня бывает каждую неделю. Спарринг, тренировки с большим количеством соперников. Опять же, не моей категории, а всех категорий. И 50 килограмм, и 60. Ты сказал, что немножко следишь за бодибилдингом и соревнованиями, и все, что происходит. Наверняка знаешь новые веяния, новая категория Men's Physique. Вот ребята спрашивают твое отношение к ней. Men's Physique, ну, на самом деле, очень много дискуссий. Я поддерживаю, конечно, большинство бодибилдеров, то, что, в принципе, наверное, не место ему там, бодибилдинге. Я вот, ну, вопрос на вопрос, я хочу спросить, я не знал, там звания тоже дают? Дают. Заслуженный мастер спорта по Men's Physique. Ну, я не поддерживаю, конечно. То есть для меня это стриптиз. Я думаю, им место там где-то. Денис, спасибо тебе за эту тренировку, за этот персональный урок для меня и для всех, кто это смотрел. Приходи еще раз и еще раз. Будем всегда рады тебе. Тебе удачи. И тебе спасибо, Андрюх. Рад буду. Зови в гости.